Почему я про кровообращение говорю? Потому что боль сама по себе, она возбуждает иммунную систему сразу практически. Любая боль в той или иной степени. Если это хроническая боль, ну там больше полугода может длиться, то иммунитет будет постоянно в состоянии такого напряжения, да, скажем так. Что значит, что возбуждается иммунная система? В тканях тела, но боль возникает, когда происходит какое-то травмирование, разрушение ткани либо клеток. Это на таком микроуровне. И организм это уже чувствует. Если это долго длится, потом больше разрушения, потом вы чувствуете это на теле. Там, вот болит нога. А на самом деле там может быть там тысяча клеток повреждаются и не успевают восстановиться. Иммунитет на это реагирует как на травму. Реагирует он таким образом, там есть специальные такие клетки, называются тучные такие, как такие барышни с рынка идут с сумками. И в одной сумке у них гистамин, а в другой простагландины. Гистамин – это такое вещество, которое сразу, как только разрушается клетка, из сумки все апельсины выкатываются сразу. И гистамин, он делает такую вещь, он разрыхляет кровеносные сосуды. Потому что в тканях есть еще такие клетки, спецназ такой боевой. Только травма появилась, это опасность какого-то вируса, какой-то там хрени какой-то появится. И эти клетки иммунные, фагоциты называются, как собаки такие, они сразу носятся, ищут, где плохие. Не находят, им нужна помощь, они звонят. Вот, эта тетка с сумками гистамин выливает весь, разрыхляется стенка кровеносного сосуда, и из крови уже выходят фагоциты, еще более злые. И они носятся, появляется воспалительный процесс, он формирует болевой эффект, воспалительный момент. А простагландины – это вещества, которые усиливают боль. То есть они как бы показывают нервной системе, что вот там проблема. Там и мозг постоянно болит. Думает, что с этим делать, не знаю, что делать. И иммунная система таким образом, если это долго на хроническом уровне, то постоянно сосуды находятся в состоянии таком слабом. Ну вот. Но на МРТ может ничего не увидеть. Вот скажут, ну нормальные сосуды, просто реакция иммунной системы, попейте витаминки. Вот. Это просто реакция на боль такая. Но сосуды могут быть из-за этого слабые, и это может нарушать венозный отток крови. Кровь будет застаиваться, например, в голове. Это может формировать мигрень. Вот. Потому что где-то там в теле есть нарушение артериальной стенки, и кровь застаивается в венах, чтобы артерии не травмировать. Ну, если совсем так просто. Вот. Поэтому, чтобы это сделать, нужно убрать этот эффект болевой, стабилизировать иммунитет. Ну, тогда и эти вещи все вот такие вторичные, они могут тоже пройти. Стилька, наверное, это частично может сделать, частично. Но надо смотреть, если есть вегетативная дисфункция, то, может быть, имеет смысл помочь нервной системе. То есть можно иммунитет просто активировать, стабилизировать, он заработает хорошим образом. Вот вы мне так на биологии объясняли, я бы учился, наверное. Если прямо самостоятельно что-то делать, да? Скажем так, вещества, которые противодействуют вот этим веществам активным, которые иммунитет формируют, это вещества, которые у всех на слуху. Что это такое? Дофамин. Вещество хорошего настроения. Позитивное мышление снимает болевые настроения. Ну, это так считается, но не факт, что это может быть, если боль хроническая, потому что тело же постоянно реакцию создает. Вот под эту ногу, когда у вас шаг происходит, здесь слабость появляется. Здесь же искажение по шейно-грудному отделу. Одну плечо ниже, другую выше. Посмотрим, с чем это связано. Если это шейный регион, вверх, рукой. Нет, вверх. Вот это включение, где происходит. Да? Нет. Ресница. Ну, это классика жанра. Ну, что из того, что статика улучшилась при ходьбе на стильке, а в движении биомеханика, с одной стороны, пока еще провал есть. Давите. Вот, лежа хорошо. Давите. Отлично. Сгибайте колено. Давите. Меняйте ноги. А под эту ногу действует слабость. Давите. Вот она не хочет держаться. Если я покачаю таз, проверим после восстановления. Давите. Таз показывает восстановление шага.
проверим, будет ли восстановление на раскачку таза. Давите. Раскачаем таз. Давите. И держится хорошо. Кисти согнули, голову запрокинули, открыли рот, правой рукой давим. Хорошо. Все. Пускай клеточку, сгибайте клеточку. Голову направо повернем. Давите руку. Шаг восстановился. Голову прямо. Давите. Шаг сломался. Где зажим основной? В голове. Направо. Налево. То есть. Давите. Здесь ничего. То есть это где-то в теле есть какая-то дисбалансирующая причина, которая формирует напряжение на уровне шейного отдела, формирует вот эти вот неприятности. Вот. Нужно их найти в идеале. Поищем. Проверим сначала диафрагму. Вот так нога, этой ногой вверх давите. Этой ногой вверх. Давите, 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 давите. Что-то у вас двух. Держу так. Этой ногой вверх давите. Здесь слабость. Вверх давите. И здесь слабость. Двустороннюю ногу разведем. Посмотрим. Давите ручку. Ноги вместе поставим. Проверим мышцы. Держите так. Вверх ногой. Включилось. Вверх. Включилось. Вверх. Включилось. Вверх. Включилось. Сгибайте ко мне. Давите ручку. Включилось. Да? Теперь проверим шейный регион. Так, носочек внутрь. Вот так. Держите ногу. Я сейчас буду ее вот сюда выпрямлять, а вы сопротивляетесь. Держим. Здесь слабость с этой стороны. Это средний шейный отдел, взаимоотношения мышц, стопы и шеи. Как раз на ноге ходите, на шею сдают. И здесь с двух сторон слабость получается. Идем в вторую зону. Лучше ходите или сидите? На работе сижу, дома хожу. Сидячая работа, да, получается. Так, это верх пояснички посмотрим. Покачаем ее, покачаем. Давите. Здесь. Давите. Здесь выше. Давите. Подняли. Берем сюда. Опустили. Берем.
Ключ контакта. Держим. Так, это у нас подколенные мышцы. Так, теперь смотрим на желудочек, переворачивайтесь. Посмотрим ягодицы. Так, задняя группа мышц держит позвоночник и шею, тоже будете пяткой, сейчас ягодицы, сгибать ногу. Угу. Сгибайте. Не хочет, сгибайте. Не хочет, разведем ноги. Прямой рукой будете делать движение вверх. Два. Сделайте такое движение. Отлично. Теперь если я буду оказывать сопротивление, вы будете давить. Угу. Давить. Отлично. Посмотрим. Если это копчик, мы получим сейчас восстановление мышцы при положении магнита на копчик. Давите вверх. Вот. Это нужно место, на котором вы сидите, угу, отрегулировать. Копчик есть у вас? Угу. Если вы без копчика, давите вверх. Слабость. Раз, два. Давите. Повторяется. Давите. Здесь его. Давить. Угу. Ноги вместе поставим. Согнули. Опять будет пяточка сюда давить. Давить. Есть контакт. Давить. Есть контакт. Так быстро. Ну, нервная система. Скорость передачи нервного импульса примерно 100 метров в секунду. Это не так быстро. Но для тела такого роста это быстро. Лежите так, ногу в таком положении. Угу. Теперь я буду сверху надавливать, а вы держите. Угу. Держится ягодица с этой стороны. Посмотрим ягодицу с этой стороны. Держим. Пять. Не хочет, да, с этой стороны ягодица держаться? Разведем ноги, посмотрим. Посмотрим, почему он не хочет держаться. Опять. Движение такое же будете делать. Угу. Давите вверх. Угу. Давите вверх. Давите вверх. Давите вверх. Давите вверх. Давите вверх. Давите вверх. Переворачивайтесь на спину. Это у нас вот эта ягодица, да? В нее поставим. Давите ручки. Еще чуть-чуть приподнимемся. Давите. Приподнимемся ближе к бедру. Давите. Давите еще. Разводите, да? Здесь у нас будет. Это здесь. Держите. Тут. Раз, чуть-чуть приподняли. Пустили. Держите руку. Давите. Давить. Так,
приподняли, опустили. Давите. Тролля вдох. Задержали дыхание. Давите. Выдох. Давите. Хорошо. Ноги вместе поставим. Давайте коленочку. Прямой ногой вниз, пол, давите. Вот так. Давите вниз. Давите вниз. Держите магнитик на тазу. Так, смотрим шею. Вверх. 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 Ноги вместе. Вверх, груди, вверх. Вперед, чуть-чуть, как будто вверх. Все, вставайте. Что, теперь она может сидя работать, и ничего, и все нормально будет? Все, может сидя работать, если он шаг вперед левой ногой, с левой руки. Дальше вверх. Ну, держится, может, теперь тонус. Все, садитесь на стульчик. Конечно, дома завести тапочки с анатомической подушкой. Угу. Будет легче пятки. Вот. На плоской ходить это немножко создавать лишнюю нагрузку на стопу. Вот. Когда стельта в течение дня чуть-чуть подсаживается, ботинок будет травмировать стопу. Чтобы этого не было, лучше танкетку, либо небольшой получок. Угу. Будет лучше. Как сейчас ощущение организма? Хорошо. Хорошо, хорошо. Легко как-то.